По-прежнему самый эффективный метод предотвращения распространения коронавируса – самоизоляция. Жители Чувашии уже четвертую неделю живут в условиях режима повышенной готовности. Чем они занимаются в вынужденные выходные и чего им не хватает, выясняла наша съемочная группа. Четвертая неделя самоизоляции подходит к концу. На улицах города жителей по-прежнему немного. В основном их можно встретить в аптеках, магазинах и на остановках общественного транспорта. Почти все соблюдают меры профилактики, надевают защитные маски, перчатки, дезинфицируют руки. И все ждут окончания вынужденных выходных. На улице охота. Только по справкам ходим же. И то, что соблюдаем 100 метров от дома, все. А ребенок тоже просится на улице, поэтому пока не выходим. Не хватает свободы действий, потому что дома надоело уже на третий день, что-нибудь хочется делать. Делаем уроки. Что еще делать? Сейчас впереди майские праздники, скоро. Что вы планируете? Дома сидеть? Придется дома. Иначе у меня теща, которая за 65, заражу, как говорится, опасность заболеть. Сейчас в сад нельзя, туда нельзя. Сейчас бы мы уже в саду были, там ковырялись. Приходится у супруги помидоры уже, вот уже большие, их высаживать надо. Вот она все волнуется. Общения не хватает, вообще, в принципе, надоело дома сидеть. Вот какие-то сверхуслуги, парикмахерские, ногти и так далее, вам как с этим живется? Сами справляемся. Все сами умеем за собой ухаживать. Я человек уже не молодой, но выходить на улицу мне нужно обязательно. И я в пределах дома, вот у меня буквально 200 метров от дома, я вот здесь и никому не мешаю, и мне хорошо. Скажите, пожалуйста, а волонтеры до вас дошли? Что-нибудь принесли вам? Как служба работает? Вы обращались к ним за помощью? Я за медпомощью не обращалась, но почему-то моей подруге она никому не обращалась, к ней пришли, а ко мне нет. Мне 9-й десяток уже, я думала, придут. Ну, значит, не до меня. Каждый чебоксарец старше 18 лет может присоединиться к волонтерскому движению «Мы вместе» и оказать помощь нуждающимся. А пожилые горожане попросить о помощи по горячей линии 8 800 201 32 60 26 11 11. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика.